Еще раз всех приветствую. Добро пожаловать на матч 27-го тура МЛБ первой лиги «Волгарь-Тюмень». Интереснейшая вывеска, великолепное противостояние нас с вами ожидает. И, как я уже отмечал, 27-й тур проходит под эгидой партнерства с «Союзмультфильмом». Чтобы подробнее ознакомиться, можно почитать телеграм-канал первой лиги. Там много интересного и полезного. Ну и, разумеется, в первую очередь, подписаться. Сергей Павлов точно этим событием доволен. Он как... действительно такой большой ценитель хороших полей. Поэтому поехали. МЛБ первая лига, 27-й тур. Волгарь против Тюмени. И с центра поля начинают футболисты Астрахани. Хорошая передача на Лесникова. Здорово комбинирует штрафной. Волгарь, удар! И это мимо. Это был шанс. Шайхдинов замыкал на дальний. Прекрасный прострел. Такой тактики. А пока подача, Гелизюдинов, скидка, вот момент, еще один удар, 1-0, забивает Волгарь, забивает, и делает это со второй попытки Дмитрий Лесников. Да, первый раз не удалось, но зато второй удар стал фатальным. Фанатов тоже дает о себе знать. И сказывается положительно на настрой. Ну вот здесь провал в обороне. Удар 1-1. Тюмень нежданно-негаданно сравнивает счет. Ну просто провалилась оборона астраханской команды. И, пожалуйста, Виталий Шитов. Сегодня, естественно, сибиряки ликуют. Вот так вот случился этот гол. Ну и, наверное, болельщики «Волгаря» могут лишь горевать в связи с этим событием. Сами себе привезли. Подача. Смирнов на выходе. Да так, что просто вбивает в газон Печенкина. И товарищ судья указывает на 11 метров. Олег хватается за голову. Шоковое состояние Волгаря. Шоковое состояние Смирнова. Ну и что? Смирнов. Насыров. Разбег, удары, почти Смирнов вытаскивает, но мяч в воротах. 2-1, Тюмень выходит вперед. 77-я минута встречи. Гости после ошибки Олега на выходе. Судья назначает 11-метровый. Насыров, да, может быть, щепоткой везения, но сегодня действительно Тюмени везет. Печенкин, ну просто машина. Выигрывает, выносит мяч, и это победа. Это финальный свисток, который фиксирует долгожданную победу Тюмени весной. Да будет счастье для Сибири, да будет счастье для болельщиков Тюмени. 2-1, тяжелейшая победа